У тебя есть вопросы. Пришло время ответить на них. До сих пор мы оставались в тени. Наблюдали. Ждали. Нас создали 4 года назад. Лучшая в США международная группа. Наше имя – Страж. Наша миссия – расследовать атаки КВА. И сделать так, чтобы они не могли повториться. Скоро стало ясно, что угроза еще серьезнее. Человек, использующий эту трагедию в своих целях. После этих атак Атлас вышел на новую высоту. Он захватил контроль над портами, морскими путями, трубопроводами. Страна за страной передавала свои важнейшие структуры в руки Айронса. Мы поняли это слишком поздно. Он сомкнул кольцо. В последние 10 дней переговоры разведки оживились. Постоянно звучало одно и то же слово. Мантикора. Атлас готов действовать. Но мы не знаем как. Мы рисковали, вытаскивая тебя. Но ты наш шанс понять, что такое Мантикора, и остановить ее. Так что решай, Митчелл. Ты с нами? Вот и он. Сейчас узнаем, на что подписались. Хорошо, что ты снова с нами. Жаль, обстоятельства не радуют. Воюем против бывших друзей. Мы с ними учились. Бились. Я знаю, это трудно. Но ты должна справиться. Это важно. Мы справимся. Так, одинокому волку дали зеленый свет. От Митчелла мы знаем, что Айронс едет в свой особняк. Там будет встреча на высоком уровне. Я поведу диверсионную группу. Котики будут ждать у точки выхода. Айронс наш приоритет. Проникнем в его дом и поймем, что он замышляет. Покончим с этим. Нокс, как дела? Почти хакнул систему управления дронами. Вошел. Патрульные дроны отключены. Время пошло. Кингпин, мы у входной двери. Понял, можете начинать. Готовь крюки. Кингпин, движемся к контрольной точке 1. Понял, вы у нас на радаре. Особняк Айронса. Так вот, что можно получить за 1000 трупов. Я выслежу Айронса. Мы должны быть на месте, когда он встретится со своим контактом. Илона за мной. Пошли. Митчелл, активируй оптику дополненной реальности. Запущено отслеживание цели. Ладно, теперь отметь цель. Проверка оптики. Вывожу на дисплей систему управления дронами. Можем отследить любого в радиусе 500 метров от особняка. Ладно, Митчелл, отправляйся в центр безопасности и впусти меня в их систему. Не двигайся, противник слева. Я тебя убью. Ты у нас всегда знаешь, за кого бою. Лезь в те кусты. Уберем последнего из них. Подожди.
точки до центра безопасности. Выбирай любой. Прячься. Все чисто. Отзовите дроны. Там внизу слишком шумно. Держись в тени. Своих денег. Загружаю план в твой костюм. Пошел. Отлично. Взял их камеры под контроль. Убирайся оттуда. Дроны ожили. Назад на крышу. Быстрее, Митчелл. Кормак, мы вошли в систему. Вас понимаю. Митчелл, давай на главный двор. Держись в тени. Чем-нибудь другом вообще. Тебе пошел гражданский. Настропила, а быстро. Деньги правят мне. Спроси Айнс. Повезло, мужик. Вообще, зачем ты мне пустоты? Чистая работа, Митчелл. Нокс, мы внутри. Ты нашел Айронса? Никак нет. Это его стол. Начали.
Это его стол. Начали. Я что-то нашел. Окс, мы знаем, где будет встреча. В ангаре. Уже скоро. Ангар закрыт намертво. Не вижу, что там внутри. Войти будет непросто. Черт. Нокс, у нас проблемы. Нас отрубило от системы. Я вижу, у них полная боевая готовность. К тебе идет патруль. Убирайся оттуда. Конвой прибывает к северо-западному входу. Расчетное время прибытия 30 секунд. Мичел, давай. Эту колонну упустить нельзя. Чужой лист. Наш пропуск в ангар. Вон колонна. Нокс, нам надо занять позицию. Хакни канал и останови колонну. Понял. Митчелл, за мной. По моему сигналу. Здравствуйте. Назовите себя и всех пассажиров. Пошел. Здрасте. За рулем Тед Бок. Внизу доктор Беллами. Едем на встречу с мистером Айрочком. Отлично, все в порядке. Мистер Айрон Соджика. Хорошего вам вечера. Беллами? Нокс, провери меня, уже занимайся. Беллами псевдоним доктора Пьера Данва. Доктор из кого? Цело. Я думал, он ее в камере Атлуса. Я тоже. Нокс, доложи об этом, наверное. Что все здесь придумало? Понял. Доктор Беллами, у нас нарушитель. Что? Что случилось? Прошу вас. Мистер Айрс ждет вас. Готовы? Пошли. Какой парень? У нас приказ. Если гости увидят, что в этом контейнере, у нас будут большие проблемы, доктор. Мы спешим изо всех сил. Мантикора термически нестабильна. Она очень нестойкая. Ваша забота меня очень трогает. Я не смогу выполнить свое обещание, если вы преждевременно раскроете свои цели. Спокойно, Денуа. Ваши деньги уже в банках. С остальным мы справимся сами. Запущена предполетная проверка. Повторяю, идет предполетная проверка. Очистите радиоэфир. Главная команда, готовьте к вылету Ромео, Виктор Саяков. Нокс, мы идем за грузом. Космос, груз в самолете, ты не справишься. Скажи команде в точке дельта, пусть будут на готове. Клади их быстро! Давайте узнаем, куда направляется этот самолет.